Дорогие друзья, как вы думаете, где мы находимся? Мы находимся где-то в горах, в турецкой деревне. Хочу вам показать деревню еще раз. Это деревня друга Айхана Али. Сейчас здесь живет его мама. На моем канале есть еще одно видео про турецкую деревню, где мы также ездили к родственникам Али. Кто не смотрел, посмотрите, что вам рассказать про турецкую деревню. Ну, самое главное, деревня, как мы сразу представляем, это дорога и очень много домов. На самом деле в Турции это не так. Может быть и дорога, и много домов, а может быть вот так вот одиноко стоящий дом. И другой дом в этой же деревне может находиться от этого дома, ну, в нескольких сотнях метров, или, как, например, этот дом находится в 3 километрах от другого дома, но это все одна деревня. Здесь у них растет огромное количество разных фруктовых деревьев. Конечно же, есть животные. Я видела здесь кур и овец. В общем, поворачиваю камеру и все вам показываю. Вот так вот выглядит дом. Традиционный, старинный турецкий дом. Здесь находится трактор деревенский. И мы слышим... Кстати, начался дождь, и такое ощущение, что сейчас осень или зима, а на самом деле нет. Мимо проходили овцы, они куда-то убежали, но я думаю, все их видели, поэтому показывать их не стоит. В общем, очень много тут различных построек. Я думаю, что самое интересное — это посмотреть дом внутри. Там настоящий камин, настоящий очаг. Конечно же, есть электричество, вода. Все это здесь есть. Вот он, красавец-петух. Какой красивый. Поскакал. И как я уже сказала, здесь живет мама Али. Али постоянно приезжает с семьей и со своими друзьями. Сейчас очень много народу в доме. Домик небольшой. Поэтому смотрите это видео и просто смотрите, как живут люди в деревне. Здесь вот такой вход. А, давайте, прежде чем мы войдем в дом, мы его сначала обойдем. К сожалению, начался дождь, и вся земля начала, набрала влагу и стало очень грязно. Но ради вас я готова ходить по такой грязюке. Заходим в предбанник. Как вы знаете, во всех турецких домах, квартирах, вообще везде оставляют обувь наружу. И вот в таких вот синих бахилах все жители деревни ходят по деревне, потому что грязно. Мы оставляем тоже свои тапки и заходим в дом. В турецком доме всегда очень много ковров, половиков. Здесь маленькие наши спальная комната. Шерифы. Здесь такой импровизированный умывальник. И самое главное, что здесь есть, это камин, который находится на кухне. Вот так вот он выглядит. Пока мы ехали, мы немножко замерзли. И сейчас все сидят и греются. Сегодня у нас на ужин шашлыки. Вот на таком прекрасном огне Али режет мясо. Буданамы? Кузу. И курица. Очень тепло от этого камина. Айхан кушает инжир. Шерифы разливают чай.
А вот они местные. Кель? Убегают. Да. Не снимайте меня. Ой. А, вы домой идете? Ребята, там ваш дом. Ой, какие умные. Прям заходят к себе. Знает же, куда идти. Молодцы. А те ждут и смотрят. Айхан сказал, что они могут руку полизать, если соль будет. А соли у меня нет. И все тапки у меня просто испачканы. Испачканы. Bu olur mu? Eray olabilir mi acaba? Keşke Eraycığım gelmiş olsa benim. Öyleler. Первая партия курицы готова. И ее кладут вот так вот между хлебом. Это было дыль, это вот так вот кладут хлеб. Эхан, мы с кем мы дима были? Были кэллер да мы ели. Того как экме. Ой, а теперь мы с моим маленьким другом идем кормить куриц. А, орда, таман. Burada inek var. Bir de var. Gel gülüm gülüm. Bak şu türlü. Kedi orada bak. Evet buralarda. Bakalım içeride ne var. Anama. Bak çok güzel. Sen korkmuyor musun? Korkmam. Hı. Buradaki ne? Ey tilde. А там теленочек маленький. Ой, какая красивая корова, какая красивая. А, какой у тебя нос. Да, что, грустно? А, валивает. Келеру. Вот такие вот здесь красивые коровки. Иди сюда. А здесь вот такие милые коровки. И вот эта коровка похожа на корову из рекламы шоколада Милка. Такая же. Такая же в... Да, посмотрите. Точно, это эта корова. О, бурдаин жирваль. Друзья, смотрите, вот так вот растет инжир, такой сочный, спелый, уже готовый. И мой юный друг Дикатли, мой юный друг пытается нарвать инжир. А здесь ходят животные, пасутся. Ой, сколько инжира на дереве, потрясающе. Друзья, вот он, свежайший инжир. Сейчас мы его срываем. И посмотрите, прям вам показываю, какая это свежая вкуснятина. Потрясающе. На вкус с дерева это непередаваемое ощущение. Так вот выглядит дом. С другой стороны, и немножко погревшись, опять с моим маленьким другом, мы идем уже в сторону
место, где растет виноград. Nerede hocam? Şurada. Oradan mı ineceğiz? Yok ya, ben şunlardan toplayacağım. Ha, он собирает. Göster ne topluyorsun? He? Göster ne? Собирает желуди. Buradan gidelim. Yok, buradan gitmeyin. Yok, buradan gitmeyin. Посмотрите, какой простор. Просто потрясающая красота. В этой деревне также есть особенность. Здесь очень каменистая местность. Вот такие вот камни. Не поджиз? О, йог, банура гитме, морда чокшей. Очень смелый мальчик. Зовут его Эрай. И здесь очень много вот таких вот колючек, прям очень острых, как прям как иглы. И посмотрите, камни и вот такие вот колючки. Я не знаю, что это, но очень острые. Пеклерум. Вот так вот здесь растет виноград у них. Но сейчас уже ближе к осени. Возможно, все собрали. Сегодня очень пасмурная погода. Вечером шел здесь очень сильный дождь. А вот так вот выглядит хлев, куда заходят на ночь куры. Нея птенцен! Наше посещение этого гостеприимного дома заканчивается, и Рай тут бегает. Рай, дай кушать. Вот так вот у них горит очаг. Они отапливают дом. Покажу вам одну еще из комнат. Вот так вот выглядит одна из комнат, где спят. К сожалению, в деревне именно в тот день, когда мы приехали, отключили свет. Но комната выглядит таким образом. На улице начался, к сожалению, дождь. Вот такая вот здесь панорама из дома. Начался дождь. И мы отправляемся обратно в город. Здесь было невероятно интересно. Привет. Привет. Вот так вот здорово. Мы попутешествовали по турецкой деревне. Очень классно. Спасибо этим добрым людям, которые принимают нас в своих домах, потому что это незабываемые впечатления. И на самом деле это великое счастье. И, друзья, если вы хотите узнать страну, вам нужно в деревню. Особенно в Турции без деревни никуда. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем всего хорошего. Приезжайте в Турцию, путешествуйте. И подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. А на сегодня мы едем в город уставшие и сытые. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Адена, пока-пока.